Итак, очередная встреча первого тура чемпионата Владимирской области по мини-футболу. Встречается команда Юсупова Радужный, красная форма, черно-белая форма, команда Ильенкос, город Корона. Судейские бригады из города Владимира, Валентин Коршаков, Антон Собрев. А в следующем матче будут играть команды «Мебельный парад Владимир» и «Кристалл Радужный». Thank you.
площадку сюда навстречу. Yeah.
Андрей Евгеньевич, команде «Юз», Халилов, Павел Мазаев.